Хай-хо, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Last Day on Earth, и у нас обновление 1.8.5, и довольно-таки охрененно крутое, нас добавили нового босса, у нас добавили праздничную вечеринку и кучу всяких балансов и плюшек с зараженным лесом и ордой зомби. Итак, совсем по порядочку. Поехали. Праздничная вечеринка. Last Day on Earth исполнился год. В честь этого события мы приготовили для вас задорный и красочный ивент. Крушите противников голыми руками, получайте подарки. По-моему, неплохо, да? Редко встретишь сейчас мобильную игру, в которой делаются вот такие вот какие-то праздничные подарочки, вечериночки в честь их дня рождения. Но, ребят, на самом-то деле в этом обновлении это лишь самое такое маленькое, крутое, что произошло. Зараженный лес и орда. В зараженном лесу завелась новая тварь – ведьма, которая, по слухам, имеет прямое отношение к орде зомби. Поговаривают, что она способна ими управлять и даже призывать. Запасайтесь пушками, взрывчаткой и аптечками, чтобы лично проверить, сколько в этом правды. Боже, ребят, вы лишь вслушайтесь в эти слова. Босс, орда зомби. Помимо этого, после убийства ведьму вы можете получить ее трофей, то есть ее голову, как это было со слепышом. И поддерживая в ней огонь, вы активируете факел, который убирает походы на вас гребаной орды. Вы только вдумайтесь в это, насколько это гениально. Понимаете, наконец-то я могу сказать, что Кефир сделал что-то довольно-таки гениальное. И это очень круто, я рад, что они продолжают работать в лучшую сторону, что они продолжают развивать игру, и добавление нового босса должно как-то немного спасти эту игру, и ребятам, у ребят появится какой-то интерес зайти вновь и попытать свои силы, и поддерживать вот этот огонь тоже нужно время, и это очень классно, действительно. Помимо этого, они добавили шипастые растения, но это что-то по типу колючек, которые висят в альфа-бункере на четвертом этаже, понимаете. Добавили балансы по функционалу, и балансы добавили то, что немного изменились рецепты в станке переработки. Вы можете теперь закидывать туда болты, подшипники, проволоку. Так, и кормить собак. А теперь гораздо проще, потому что требуется гораздо меньше мяса. Ну и там обновили правила, но так как я, как обычно, их не читаю, мне это не интересно. Ну что ж, ребят, вот такое вот крутое обновление в Last Day on Earth. Я думаю, мы с вами пойдем завалим ведьму, но это будет немного позже. Поэтому всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока, друзья!